8.03 на Николая Короткова примерно время 20.40 был дорожно-транспортное происшествие имени Ниссанова. Обусловлено при повороте налево нарушение требований дорожной разметки на проезжей части не предоставил преимущества движения транспортному средству Mitsubishi Galant. Вследствие чего данное транссредство при резком торможении совершило наезд на стоящие транссредства, на два транссредства, это Рено и Hyundai Solaris. Почему вы нарушение поворачивая налево нарушаете требования дорожной разметки? Не видел разметку. Не видел разметку. Не видели разметку. Угу. То, что было дорожно-транспортное происшествие, увидели? Нет. Вы не видели. А в итоге его догнали потерпевший, потерпевший водитель Mitsubishi Galant, и вам пояснил, что я совершил наезд на два транспортных средства. Вернитесь на место происшествия. Было? Да. Было. Почему вы не вернулись? В связи с тем, что машина была не моя, я испугался и ушел домой. Угу. А поясню, что у нас Nissan Pathfinder был на ремонте, автосервисе, да? Вам пригнали автомобиль на ремонт. В тот момент он уже не был в автосервисе. В тот момент он уже не был в автосервисе. Он занимался я. Занимались вы. Водители, то есть собственник транссредства Nissan, не знал, что автомобили ездят по городу Твери. Нет, не знал. В итоге административного расследования была связь с собственником, нашли мы собственника, и собственник только вчера узнал, что его транссредство не находилось в сервисе, а передвигалось по городу Твери. Собственнику вы тоже не заявляли, что было дорожно-транспортное происшествие, да? Нет, не заявлял. Как выясняется, что у нас граждане, не имеющие права управления, водительское не получал, да? Да. Почему не сообщили в ГИБДД о данном факте? Как? Водитель машины догнал меня уже вместо парковки, где я припарковался, сообщил, что к моей вине произошло ДТП. Так как машина была не моя, я поднялся в квартиру и закрылся в квартиру. Ну, если автомобиль не ваш, то что, вы испугались, что ли, получается? Да. А чего испугались? Не знаю. Ответственности или чего? Возможно. Если ваш автомобиль, он пострадал, нет? Нет. Контакта не было, а чего вы тогда испугались? Не знаю. Понятно. А как вы управляли транссредством, которое вам оставили на ремонт? Вот с чего вы решили то, что вы можете им управлять? Перегонял с места ремонта. А куда перегоняли? Домой, чтобы отдать собственнику. А почему собственник не может приехать на место ремонта и забрать его? Может, просто у нас там не было места больше. Ну, а вы собственнику уведомили о том, то, что вы перегоняете? Нет. Другое место? А как он должен был оттуда забрать? Я бы ему позвонил, он приехал и забрал. А у вас нет водительского удостоверения? А как вы тогда решили перегнать автомобиль? Совершил ошибку. Как ошибку? Она же обдуманная ошибка, правильно? Вы же подумали перед тем, как сесть за руль, будучи не имея права управления? Вася нарушил ПДД. Собственник как узнал о ДТП? Сотрудник сообщил. Собственник только вчера узнал об этом.